Вообще иногда создается впечатление, что Народный фронт – это какая-то секта. Они призывают верить. Не знать, а верить. А я считаю, что украинцы должны в первую очередь знать и понимать, что реально происходит. Так вот, когда я от европейских дипломатов слышу гораздо более жесткую критику, чем даже от оппозиционного блока действий нынешней власти, потому что оппозиционный блок на самом деле, в принципе, объективно заинтересован в том, чтобы эта власть была неудачной. А европейцы под это подписались. Вы понимаете, вы заваливаете не только себя, заваливаете весь Евросоюз.